Всем привет! Меня зовут Климовцов Максим Олегович, и я имею честь представлять Дом детского творчества «Современник» на конкурсе. Мы начинаем КВН. Для чего? Для кого? Это всем известная песня, гимн клуба веселых и находчивых. И с таким вопросом я начинаю свое занятие. Для чего и для кого я начинаю этот КВН? Максим, что же ты нам приготовил? А я приготовил музыкальное перевоплощение в стиле минимализма. Смотрим! Идем дальше! А делаю это я для того, чтобы маленькие КВНщики стали творческими личностями с оригинальными взглядами на жизнь. Но и, может быть, звездами телевидения и радио. Этот город самый лучший город на земле. В наш военкомат приходят люди разные. Ну чё, военком? Не ждала, я вернулся. Клуб веселых и находчивых учит ребят не только выступать на сцене, но еще и самим писать сценарий, оформлять шутки и это все представлять на публику. Но самое интересное, что так как ребята работают в команде, то даже совершенно неподготовленные в вокале либо в хореографии, они должны танцевать вместе в одном коллективе, поэтому одни ребята тянутся к другим, другие других подтягивают, и получается, что один большой коллектив работает сплоченно и слаженно, потому что все стремятся друг за другом, друг другу помогают. Добрый вечер вам, шановные сябры, песни и жарты всю ночку до зари. Будем мы разом сегодня выступать и всем сердечно у гостей запрошать. Разнообразие форм и конкурсов в КВН позволяет участникам не только развивать творческие качества, но а также развивать чувство юмора, чувство стиля, тренировать стрессоустойчивость и становиться настоящей звездой с каждым днем выступления. Белорусское Полесье так пригоже с утра. Молчи же и не шевелись, а то в болото еще больше засосет. Моя педагогическая кредо, работа и потраченное на нее время не должны быть бесполезны. Ведь самое главное в нашей жизни – это время. И я терпеть не могу его бесполезно тратить. А учащихся своего объединения я учу с ранних лет не тратить ни секунды и работать над собой и над своей будущей жизнью. Поэтому никогда не тратим время, работаем, работаем и работаем.